Так. Внимание! Пляж закрыт. Спасение не ведется. Купание запрещено. Всем привет, дорогие друзья! С вами самый топовый канал вокруг Крыма. И сегодня мы с вами в Коктебеле. А приехали мы сюда, потому что было много информации, что будет реконструкция набережной. И посмотрим, как же преображается набережная Коктебеля. Погнали! Друзья, идем прямо, выходим к центральному причалу. С правой стороны тут был торговый ряд, рыночек. С левой стороны тут столовки, рыбный ряд какой-то прикольный, где креветки там всякую рыбу продавали. И впереди мы видим уже причал. Сейчас идем на него. Подошли к причалу, а проход запрещен. Ну что, мы будем нарушать запрет и пойдем на причал. Так, объявление какое-то. Участок. Продам собственный участок. Смотрите, как бушует море в Коктебеле сегодня. Так, а сегодня что у нас? 22 декабря, воскресенье. Красивенько, красивенько бушует. Шторм небольшой, так, небольшой накатик идет, но зрелище прикольное. Все, друзья, вышли мы с причала, идем, если стоять лицом к морю, то вправо. Вы помните все это место, кто здесь был. Тут на этой аллее сидели разные люди, продавали там картины, подделки какие-то. Вот памятник. Пансионат этот какой-то, санаторий с бассейном, который. Сейчас, конечно, да, перед Новым годом здесь все закрыто. Конечно, эта аллея имеет грустный вид, но зато запах свободы. Никто тебе не мешает. Идешь тебе как хочешь. Разговариваешь с камерой, с подписчиками. Так, в бассейне, вон, бассейн. А, вон, смотрите, жабы размножаются там в бассейне. Точно. Друзья, смотрите. Вот это вот адамово яблоко. Оно еще называется маклюра. Вот вы, когда приезжаете, вам его втюхивают там за какие-то деньги, там за 50, за 100 рублей. А здесь вон его полно. Вон он валяется. Там, там. Да, и никому он не нужен. Так, вышли мы уже на центральную, прям центральная набережная. Вот с правой. Да, площадь набережной. С правой стороны это музей Волошина. Да, лавочки вот эти вот все. Что я не могу понять, это уже отреставрировали ее или только будут когда-нибудь потом? Или только собираются? Да. Вот новогоднюю елочку уже украсили. Елочка красавишна. Да, прям на набережной стоит Коктебеля елочка. Прямо для памятничка в центре. Да. Да что вы, кто ностальгирует по Коктебелю? Напишите в комментариях, кому нравится Коктебель, кому не нравится. Проулочек этот выходит туда, в город куда-то, на трассу. Приходите, приходите, Новый год и Рождество в Коктебеле. Праздничная ярмарка. Вас приглашает Союз художников и ремесленников Коктебеля. Открытие 25 декабря в 13:00.
на площади перед домом Волошина. А вы не скажете, вы слышали что-нибудь за реставрацию набережной Коктебеля? Не слышали? Ну, должна же быть. Разговоры, что так сказать, сплетни. Только разговоры идут, ну, да? Ну как разговоры? Уже 3 проекта рассматривалось. Ну и был уже утвержден уже летом проект, и выделено там сколько-то миллиардов денег. Ну для того, чтобы миллиарды деньги перевести, сначала надо собственность Крыма перевести в федеральную собственность. Там есть очень много законодательств, если вы хотите. То есть вот так вот, да? Конечно, деньги выделены, но для того, чтобы им воспользоваться, надо... Короче, провести определенный этот самый. Бумажные, да. Ну что, ребят? Вот так вот. Это будет еще. Просто. Это не все так просто и будет, скорее всего, не скоро. Жаль. Хорошей торговли вам. Спасибо. Так, от местных мы узнали, что набережную, скорее всего, ремонтировать будут через много лет. Не все так просто. Да. Красный флажочек вон на стоечке. Значит, купаться в море нельзя. Обозначающий, да. Да, друзья, все заведения закрыты, так же как и в Судаке. А, Феодосия что-то открыто у нас, да, было? Ну, большинство было закрыто. Не знаю, кстати, надо будет в Алушту заехать. В Ялте-то все открыто. Мы были в Ялте, вот, да, осенью. Ну, заедем туда, скорее всего, еще и зимой. Здесь продают. Да, что-то открыто. Киоск какой-то. Здесь открыто. Сувенирчики. Московская. Кафе московское. Но оно закрыто. Оно переехало, наверное, работать в Москву. Так, и на этом пляже у нас красный флажочек. Повторюсь, что он обозначает, что купание запрещено. Что дождик начинает капать. Знаете, у нас капает дождь. Такая вот грустная троянда здесь. Вообще. Друзья, пошел дождик вообще, как бы такой, знаете, неприятный. Он уже на камеру капелька попала. Дальше мы, наверное, с вами не пойдем. Мы уже поняли, что реставрации никакой нет. И ожидать ее в ближайшее время даже не стоит. Пишите в комментариях, что вы хотели бы еще увидеть в Крыму. Какие города, села, поселки, улицы и так далее. Все, пока!